Все, можно? Дорогой мой зять. Дорогой Донцов. Дядя Дима. Папа, меня всегда удивляло, как ты совмещаешь работу, путешествия и проводишь время с нами. Ты человек такой, который вот я всегда завидовал. Ты всегда умеешь находить такие какие-то себе интересные мечты и воплощать их. Ты научился управлять яхтой, прыгать с парашютом, кататься на лыжах, покорил не одну вершину. Вы вырастили просто прекраснейших двух сыновей. Построили красивый, просто уверенно, красивый дом, уютный и теплый. Я тебе желаю, чтобы ты не терял вот этого вот своего задора. Чтобы жизнь подкидывала целую кучу новых каких-нибудь приключений на твою задницу. Чтобы после этих приключений был самый незабываемый отдых всегда. Чтобы дома тебя всегда после этих приключений ждали любящая твоя семья, дети и так далее. Чтобы друзья тебя ценили, любили, чтобы тебя вообще все вокруг ценили, потому что ты человек, который стоит того, чтобы его ценили. А, понятное дело, там желают всего всего. Ты, конечно, извини, что я не в вечернем платье без декольте, но пуховики я гораздо объемнее. Я тебя поздравляю и хочу тебе сказать, что для меня в моей жизни ты прежде всего настроение. То есть ты именно тот человек, который зашел и принес в мою жизнь настроение. Когда я уже постарше была, ты был одним из примеров для подражания для меня. И хотелось бы, чтобы также ты был таким же примером для подражания для детей и для других вообще людей. Сорок лет. Пускай будет 40 лет. Это всего только середина пути. Вот чтобы ты был крепким, как молодым. С молодым духом и задором всегда оставался, крепок здоровьем был, чтобы тебе здоровье помогало всегда преодолевать все трудности, ну и мудрости тебе дальнейшей в жизни, удачи, чтобы все у тебя складывалось. Но помни, что мы тебя любим, мы тебя надеемся, ты наша опора. Поздравляем тебя еще раз с днем рождения. Ну, целую много-много раз. Радости тебе. Всего доброго. Удачи. Не знаю. Так, поддерживаю бабушкины слова и передаю тебе свой штурвал. Управляй им и своей семьей. Все. Я тебе желаю, чтобы ты мог всегда придумать что-то новенькое, интересное, и себе его воплотить, и порадовать этим самым и себя, и окружающих. Как-то так. Ты всегда был для меня примером. И сейчас есть. Приятно смотреть на такую дивную семью. Я не могу похлопать, но я горжусь. Мне очень нравится. Спасибо большое. С праздником! Я знакома с вашим сыном. Желаю, чтобы он не вырос раком. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо тебе большое, что ты у меня есть. Я тебя очень-очень сильно люблю. Happy birthday! С днем варенья! Поздравляю с днем рождения! С днем рождения тебя! Мы любим тебя! С днем рождения! И даже возможно, что ты не сможешь.